Ну, здравствуй, здравствуйте, дорогие наши друзья, понедельник, 2021 год, мы общаемся... Снимай пока, подожди, их пока снимай. Привет, привет, ой, скоро лето, а ты еще серый? Ты что, не снимаешь свою шкурку? А зачем? Теперь моя кожа всегда будет хорошая. Почему, почему? Потому что есть Мустелла! Тан-дан-тан-тан-тан-тан. Шутки в сторону. Ладно, шутки в сторону, ребят, разговор будет серьезный. Всем здравствуйте, понедельник. Кто-то говорит, день тяжелый, а мне кажется, все-таки нет. Когда мы встречаемся вечером на крупнейшей интернет-площадке, общаемся с замечательными брендами, кстати говоря, согласитесь, крупными брендами, известными на весь мир. И именно сразу в понедельник мы начнем с очень классного, очень интересного, а главное такого бренда, окутанного, если вы познакомитесь с ним, некой любовью, некой нежностью, некой заботой. Вот как они это сделали? Я, честно говоря, не знаю. Хотя знаю этот бренд не впрямую, девочки, да, Ирина, пока. Да, пока не впрямую, но будет очень интересно будет с ним познакомиться. Бренду много лет, он приехал к нам из Франции. Это бренд Мустелла. Здоровайтесь, привлекайте, что-то будет интересно, сразу задавайте в чат, в прямом эфире, мы с вами будем в течение часа общаться. Ира уже поправляет, потому что негоже, правильно, аккуратненько. Кстати, брендированные такие замечательные мишки сегодня. Мишки же это, да? Мишки Мусти. Мишки Мусти. Вот, да. Будем сегодня о них говорить. И я представляю двух очаровательных моих собеседниц. Это Арина Байбуртян, генеральный директор, руководит российским филиалом, компании знаменитой Мустелла. Почему интересно будет с Ариной поговорить? Потому что, ну, во-первых, она более 25 лет занимается в крупных компаниях и руководством, да, и маркетингом, и брендированием. Поэтому... Здорово, человек профессионал. Ну, плюс к тому, она мама двоих замечательных детей. Плюс она очень любит здоровый образ жизни и все, что с ним связано. Это Арина. Добрый приятным... вечер, очень приятно. Да, да. И благодарю. Ирина в ярко-желтом. Вы сегодня, знаете, небесный цвет у вас, да? Да. Небо и солнце. Это не просто так. Да. Ирина Саранцева сегодня вместе с нами. Именно она на протяжении уже нескольких лет, да, более пяти лет, шести лет занимается продвижением, да, этого бренда. Правильно говорю, Ира? Да? Очень верно. Очень верно. Тебе понравилось? Ну, хорошо, девчонки. Ну ладно, я-то начал, да, но вместе с нашими зрителями интересно все-таки узнать. Бренд Мустелла, напомните мне, лет 50, наверное, бренда уже, да? Нет, ты немножечко ошибся. Да. 70. В прошлом 70 году лет. Мы отмечали 70-летие бренда. Здорово. Вообще бренд Мустелла – это один из самых любимых брендов категории детства для мам во всем мире. И на самом деле... Когда мамы пользуются продукцией Мустеллы, они вспоминают тот самый счастливый момент, когда родился ребенок, особенно первый ребенок. Вот, потому что у Мустеллы есть определенный такой очень-очень тонкий нежный аромат, и мамы очень любят ассоциировать вот этот аромат. Серьезно? С как ароматом интересно. Малыша, когда рождается малыш. Поэтому интересно. Нам очень приятно быть сегодня с вами. Спасибо за приглашение. И сегодня мы вам поподробнее расскажем о продукции марки Мустелла. Ну, наверное, вначале я расскажу несколько слов о нашей компании, потому что ты немножечко затронул эту тему. Действительно, компания французская, фармацевтическая компания, которая производит, помимо марки Мустелла, другие фармацевтические препараты лекарственные. Но сегодня мы говорим только о нашей самой любимой марке, о флагманском бренде Мустелла. И несколько слов о той истории, как, собственно говоря, родилась эта идея создать такую чудесную марку специально для детей. Потому что отличие нашего бренда – это экспертиза вот именно в уходе за кожей младенца, малыша. В 1950 году, а это именно 70 лет назад, был такой Поль Бертаме, француз, и вместе со своим другом-фармацевтом он создал первый лосьон для детской кожи. Предназначены специально для детской кожи. На тот момент не было ничего такого специализированного для детской кожи. И вот появился наш первый продукт. И на протяжении вот этих 70 лет наша компания выпускает под маркой Мустелла очень большую линейку продуктов, специализированных продуктов для ухода за разными типами кожи. Потому что мы сегодня представляем практически все решения для вопросов, которые у мамы возникают, связанных с кожей. И важно сказать, что наша компания одна из первых лабораторий французских, которая получила сертификат B Corp. Ты знаешь, что такое B Corp? Нет, ты знаешь, как ни странно, не знаю. Это новая тема для российского рынка, но в Европе, в других странах она очень активно развивается. Это союз ответственных производителей. И вот наша компания получила этот сертификат, этот престижный значок. Ответственных за что?
за ответственность перед планетой, потому что мы ухаживаем не только за кожей детей, но и очень бережно относимся к планете, бережно относимся к упаковке, утилизируем упаковку, у нас специальный состав пластика, мы утилизируем пластик. Ну, можно много рассказывать об этом, потому что наша компания в первую очередь семейная, и здесь это на самом деле чувствуется во всем, потому что ответственность перед мамами, перед родителями и папами. Кстати, мы говорим все время только про мам. Вот, обидно все, понимаете? Обидно, нам же папам обидно, обидно. Да. Наверняка. Папы, кстати, папы, вы вообще нас смотрите? Мне, давайте так, соберем немножко статистику. Нас мамы по большей части смотрят или папы? Папа, мужчина, ответьте. Насколько это важно, насколько это интересно, насколько нужно отцам увлекаться этой темой? Или это вроде как жены, мамы сделают, наша задача работать. Ну, ребенок там что-то плачет, небольшой у него там дерматитик. А я пошел на работу. А я пошел на работу. Или все-таки это важно. Или же надо делать это вместе. Кстати, мамы тоже можете ответить, нужно ли привлекать мужчин. Нужно ли им становиться умными и образованными. Хорошо. Ты знаешь, ну на самом деле мы же получаем очень много вопросов от родителей. И не только от мам. Конечно, мам на сегодняшний день больше, чем пап. Таких активных, но тем не менее и папы нам пишут, потому что мы очень аккуратно относимся и внимательно ко всем вопросам, которые мы получаем на площадке Озон. И могу так сказать, что мы практически всем коллективом отвечаем на них, потому что мы правда, не пропускаем их как формальные некие такие вопросы. Для нас очень важно видеть реакцию потребителей. И папы пишут, поэтому я папы с нами. Хорошо. Да. Девушки, ну давайте тогда вы мне скажете сейчас вкратце, что я вижу достаточно много категорий продукции вашей. Вы мне скажете, о чем мы сегодня будем говорить в целом, да, так бегло, а потом о каждом будем уже говорить конкретно. Поподробнее. Да, поподробнее. Ну, как я сказала уже, действительно, у нашей линейки есть огромный выбор. И представлен, здесь не вся продукция представлена, но сегодня мы хотим поговорить о самых таких продуктах, которые вызывают больше вопросов у мам, и о проблематике, которая сейчас действительно выходит на первое место. Это сухая кожа, атопичная кожа, где мамам требуется поддержка, и мы с удовольствием здесь сегодня постараемся ответить на все ваши вопросы. Как ты знаешь, зима в этом году в России была ого-го какой. Непростой, ну да, да, в разных регионах, да, согласен. В разных регионах, и действительно, самый такой востребованный продукт этой зимой и в этом году стал как раз крем-эмолиент, мустелла-сталатопия. С чем справляется этот крем, в двух словах? В двух словах он предназначен для сухой и склонной к атопии кожи. Сейчас Ира поподробнее расскажет про это. Она уже копытом бьет, понимаешь, думает, когда, да ж, не когда даю, она уже начнет говорить, понимаешь, да. Ну хорошо, ничего. Да, но нужно сказать о том, что очень часто мамы думают, что атопичная кожа – это что-то такое особое, у моего ребенка не так. Но на самом деле мы сегодня как раз поговорим о том, как не пропустить момент, как определить, что твоему ребенку нужен именно вот такого типа продукт. Как не пропустить? А если уже есть проблема, сможем справиться? Конечно, нет, мы справимся и поможем, действительно. Но, тем не менее, вопрос немножечко шире стоит, поскольку очень многие думают, что мамы думают, что ну, просто шелушение какое-то, там, раздражение, и используют обычный крем. Вот из линейки на каждый день. А он не работает. И здесь у мамы возникают вопросы, и, собственно говоря, мы хотим сегодня поподробнее об этом поговорить и предостеречь маму. Кстати, вот, а как конкретно, добрый вечер, а пена для ванны в линейке есть? Мария спрашивает, ну, сразу такой вопрос. Да, смотрите, вообще, вот мы будем говорить сегодня о разной продукции, да, и о непроблемной коже, но сделаем акцент все-таки на неких проблемах, которые сейчас наибольше сталкиваются наши родители. Именно на эту продукцию, на всю линейку, это 4 товара, вот компания, то есть 52% скидка, было заявлено 20 вообще-то, 52, 48, 39, 40% скидка, ребята. Это, посмотрите, на самом деле, я почему говорю, это не просто крем. Вот, вот сейчас побудьте с нами, да, потратьте этот час, оставьте дела, послушайте, потому что говорят специалисты. И о проблемах их не надо как бы, ну, у меня пройдет. Вы выслушайте сначала, а потом примите решение. Это не просто крема, это проверенное на протяжении десятилетий, да, исследований, научных различных разработок. И главное, доказано, ну, десятками тысяч довольных мам. Это действительно бренд такой
созданный в любви. Но вы сказали, он до сих пор семейный бренд? Это семейная компания. Владелец, сын основателя. Это очень круто. Это правда круто. В современном мире. Наш президент как раз сын основателя, именно поэтому... И наш президент тоже сын основателя. Ладно, хорошо. Значит, добрый вечер. Подскажите, какого возраста идет продукция? Сейчас скажем. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Юля. Подскажите, косметика с какими отдушками? Анастасия, добрый вечер. Самая лучшая детская косметика, пользуюсь только Мустелла, Юля написала. Да. Ну, давайте так. Сейчас всем ответим спокойненько, да, давайте углубляться в какую-нибудь проблему. Мы сейчас начнем решения. Углубляться, да. И на самом деле уже по ходу нашего разговора расскажем, где у нас есть отдушка, а где ее нет. Угу. И если говорить о нашем широком ассортименте, который представлен у нас, вот эти вот два средства и крем под подгузник, это первое, с чего начинается знакомство с Мустелло у очень многих мам, потому что... Угу. Пока ребенок еще не родился, мы не знаем тип кожи, и нам нужно какое-то средство, которое обязательно ему подойдет. И у нас нет риска того, что возникнет нежелательная аллергическая реакция, либо что-то вот такое вот провоцирующее ее. Uh-huh. И мы плавно сейчас подходим к такой очень интересной теме, которую хотим сегодня затронуть и очень подробно поговорить. Маленький акцент только сделаю. Еще раз, вот с этого начинается знакомство. Причем даже если мы не знаем еще, какая кожа. Прямо вот с рождения? Да. Прямо с грудничкового возраста? Прямо с первого дня. Да, с первого дня. Обалдеть, это прямо с рождения. Вот она, линейка. И здесь мы знаем, что мама, выбрав эти четыре средства, точно не ошибется и будет иметь в своем арсенале дома самое необходимое средство для купания, для увлажнения кожи, о чем, кстати говоря, многие, к сожалению, забывают, но, тем не менее, очень важно после купания увлажнять кожу. Шампунь и крем под подгузник. Самое лучшее, да? Это только для детей, спрашивают. Прошу прощения, но очень тихо. Любовь Фарафонова написала. Люб, спасибо вам большое за сообщение. Кстати говоря, мы сейчас поправим, да? Кто может быть, повыше. Нас? Люб, пожалуйста, проконтролируйте, насколько стало громче, хорошо? Вот это важный момент. Громче, да. Говорим. И следующий писал, да, очень плохо слышно. Кого? Например, вот меня хорошо слышно, да? Ой, ребят, спасибо большое, помогайте нам, потому что тема важная, тема интересная. К нам пришел, по сути, мировой бренд. И последний вопрос, и будем углубляться. Так. Откуда приехали вы? Очень хороший вопрос. Мы приехали из Парижа. Наш завод находится прямо под Парижем. Час езды. И вся продукция, которая производится и продается во всем мире, Мустелло, производится именно в одном месте. Это наш фирменный завод. То есть прям прямиком с Франции. Единственный завод, ребят, строжайшая сертификация качества. И это семейный бренд, 70 лет, вот это топ. Ну, нужно тоже добавить то, что мы российский филиал открыли относительно недавно, всего 6 лет назад. И вот с тех пор наша компания и наша команда, не только мы с Ириной, у нас есть целая команда, мы отвечаем за то, чтобы привести качественную продукцию, соответственно, адаптировать ее под российский рынок и действительно работать с вопросами потребителей. Друзья, давайте сделаем так. Мы же крупная компания. Так. Хорошая компания. Семейная, полюбовная. Может, подарим что-нибудь нашим телезрителям? Хорошая идея. Ребят, давайте тогда так. Мамы, папа, мы подарим на самом деле. И я предлагаю дарить, знаете, не классическую линейку, а ту, на которую мы сегодня сконцентрируемся. Отлично, реально да. Проблемы. Хорошо, чуть позже скажу, зачем. Вот смотрите, 13 минут прошло, уже 2000 человек нас смотрят. Очень раз это неприятно, да? Это замечательно просто. Вы не волнуетесь из-за этого? Мы наоборот очень рады. Давайте, задавайте вопрос. Мустелло Forever, лучшая детская косметика, отлично слышно. Туалетная вода Мустелло интересует. На зоне можно ее купить, на зоне, по-моему, можно купить все, что угодно, ребята. Об этом тоже поговорим. Ира, пожалуйста. Вернемся к нашей теме, к нашей любимой линейке. Это наш бестселлер крема Мален Стеллатопия. И почему мы сегодня решили для себя и видим, наверное, по отзывам мамы и вопросам, которые получаем очень часто в наш Инстаграм. Кстати, наш Инстаграм, присоединяйте, пожалуйста, у нас тоже очень много информации полезной и познавательной для мам. Сухая кожа. И пап тоже, потому что на самом деле папы не только нам пишут, они нам еще и звонят в офис и задают вопросы, где купить и как этим пользоваться. Потому что девушки отвечают. Очень интересный момент, потому что еще, наверное, пару лет назад такого вот не было, такой истории. И вернемся к нашей Стеллатопии. И здесь очень важно заметить, что сухая кожа у малышей сейчас очень часто встречается. Если раньше такой проблемы не было, то сейчас каждый пятый ребенок у нас уже наблюдается у педиатра с повышенной сухостью. Вот Арина сейчас покажет текстуру крема, и мы увидим то, что она помимо того, что питательная, оставляет легкую дышащую пленочку на коже. Очень нежная текстура. Она очень нежная. На самом деле у меня лично тоже очень сухая кожа, и этот крем настоящее спасение. Кстати, был вопрос относительно того, только для детей или не только для детей. Мы
пользуемся этой продукцией. Мы знаем, что многие мамы пишут нам и действительно тоже пользуются. Вот видите, крем уже практически впитался. Угу. Вот он, я просто много нанесла его, столько не нужно наносить. Ну-ка. Угу. Ну, приятная текстура, нежная. И нет никакого аромата. Пожалуйста. Вашу пожалуйста. Ручку. Линия Стеллатопи, она полностью у нас без отдушки. И основные действующие компоненты – это авокадо-персиоз, дистиллят масла подсолнечника, которые работают на всех стадиях атопического дерматита. Потому что мы понимаем, то, что атопический дерматит – это такое достаточно серьезное заболевание. И его первые признаки – это сухость кожи. Их невозможно пропустить, потому что мы понимаем, что мы наносим обычный детский крем, он работает буквально 20 минут, и через час кожа опять сухая. Мы видим то, что у малыша опять вот все в шелушениях. Помимо этого, следующий этап, где мы можем заподозрить такую вот проблематику с кожей, это симметрично расположенные бляшки. Это обычно красные щечки, это сгибы рук, ног, ножек. Они могут причинять ребенку дискомфорт. Это очень такой вот неприятный момент, потому что у 45% детишек атопический дерматит проявляется от 2 до 6 месяцев. Соответственно, мы понимаем, то, что ребеночек сейчас совсем маленький, он капризничает, он пытается маме что-то показать. И мама, если никогда не сталкивалась с атопическим дерматитом и не было никогда таких вот в семье проблем с кожей, ей очень сложно идентифицировать эту проблему. И вот здесь мы призываем наших мам, мы хотим, чтобы каждая мама знала о том, что своевременно начав действовать и применяя правильные средства, можно избежать очень таких серьезных последствий и не довести уже кожу до состояния атопического дерматита. Это очень важно. Ну, тут наша миссия, наверное, действительно предупредить маму, чтобы не упустить момент. Вот не упустить момент – это действительно та фраза, которая самоговорящая, потому что даже если есть какие-то вопросы к коже малыша вашего, и вам кажется, что, ну да, все в порядке, но тем не менее что-то беспокоит, лучше проконсультироваться с врачом, лучше задать этот вопрос, потому что если в семье был тоже анамнез, это стоит обратить на это внимание. То есть если у родителей у каких-то. Если у родителей, кстати, да. Интересно, это передается, например, вот, если у обоих родителей или у кого-то одного, насколько большой процент, что ребенок тоже это подхватит? Есть большая вероятность, и на это нужно обращать внимание. Ну, расскажу, наверное, такой пример из личной истории. У меня два сына, как ты правильно сказал, достаточно уже взрослые, одному 12, другому 22, но вот у них абсолютно разная кожа, абсолютно одних родителей, два ребенка с разной кожей, и старшему сыну 22, и в тот момент мне никто не рассказывал о том, что такое атопический дерматит, а он у него, скорее всего, был, потому что у него была очень сухая кожа, и, соответственно, а у второго сына нету, поэтому здесь на сегодняшний день очень много информации, мы с удовольствием делимся этой полезной информацией, как определить и как действительно не упустить этот момент для того, чтобы кожа была вот как после этого крема, она просто чудесная на самом деле, очень важная. Я бабушка-близняшек, хотелось бы узнать, как профилактикой можно пользоваться, профилактикой? А какие-то беспокойства есть относительно кожи? Ладно, какие-то беспокойства есть, давайте напишите. Давно лежит в корзине, нам сейчас актуально. Сейчас смотрю ваш эфир, это знак. Крем купила сейчас. Как приятно, благодарим На вас. Самом деле, вот здесь вот прям буквально несколько слов я дополню про то, что стоит ли для профилактики пользоваться. На самом деле, это очень важная тема, потому что наша вода достаточно жесткая, отопление центральное, которое тоже есть, и вот эта вот нарастающая тенденция предрасположенности к атопическому дерматиту никогда не будет лишним. И я объясню, почему. Если есть такие предположения, что крем лучше лишний раз не наносить, это вот совершенно такая неправильная вещь, и лучше это делать два раза в день, каждый день, чтобы избежать этих проблем с кожей, и выбирать средства. Здесь вот очень важно, что в нашем креме все компоненты, которые входят в состав, они работают естественным образом. Это не то, что вы нанесли на кожу, это как пленка, да? Легло сверху, да, я хочу сказать. И нет эффекта пленки. Все ингредиенты, они работают таким образом, чтобы стимулировать кожу работать самой. Естественное развитие. То есть это естественное увлажнение, потому что они как раз-таки вот помогают ей работать. Они не перегружают ее ничем, потому что наш липидный защитный барьер, он очень сильно важен. Если он плохой, и если у ребенка сухая кожа, мы должны понимать, что все микроорганизмы, патогенная микрофлора, она поступает в кожу. Влага не может удерживаться, еще и есть риск начала всяких воспалительных историй,
которые нам совершенно не нужны у малышей. Ну и плюс, конечно, Ир, ты уже сказала о том, что в нашей стране очень экстремальные есть перепады температур. Это и холодная зима, и влажность иногда бывает высокой, и особенно отопление, центральное отопление дома. Да, это огромная проблема, согласен. Потому что во Франции такой проблемы нету. И, конечно, здесь нам очень важно предотвращать, поэтому действительно можно пользоваться профилактирующим. Девочки, можно вас попросить вот что? Вы можете, вопросов много, вы прям блиц сейчас, хорошо? Окей. А потом опять мы начнем углубляться. Значит, можно употреблять для взрослых или аллергиков? Можно, даже нужно. Можно ли на лицо наносить ребенку? На лицо, если какие-то проблемы. Можно наносить на лицо. Единственное, что у нас совсем скоро выйдет новинка, это крем для век, поэтому мы используем на лицо и стараемся, чтобы средство не попадало вот на слизистые глаз. Очень аккуратненько. Тонкая кожа вокруг глаз. Тоненько, да. Какой крем лучше при атопическом дерматите? Конечно, стеллотопия, да. Вот, стеллотопия. Спрашивают, а раньше он был гуще? Вот это к вопросу текстура? О том, что, да, текстура. Вы знаете, может быть, путают с бальзамом. У нас просто в линейке есть и крем, и бальзам. А вот бальзам, он действительно по текстуре немножко более плотный. А крем, он потоньше ложится, вот то, как я показывала. Пережили зимнюю сухость только с кремом и бальзамом в стеллотопии. Но правда так и не решили, что лучше из них. Зависит от состояния. Это очень приятно. Благодарю вас. От жесткой воды началась сухость на ножках. Много перепробовала кремов. Надо попробовать ваш крем. Попробуйте обязательно, потом поделитесь вашим мнением. Хорошая косметика лет 10 назад спасала моих детей, пользовалась примерно до 8 лет и до сих пор покупаю. Это факт. Это факт. Очень приятно. Сын тоже пользуется. Кожа сохнет. Что посоветуете для сухой кожи? Стеллотопия. Мустелла стеллотопия. Вот опять-таки наш действительно продукт-хит. Он сейчас очень востребован. Его многие мамы и папы пробуют. Дана спрашивает, подскажите, если в складочках покраснение, он снимет покраснение или все же он только увлажняет? Он может помочь при покраснении в складочках, потому что там есть дистиллят масла подсолнечника, который обладает противовоспалительным эффектом. Соответственно, когда вы начинаете им пользоваться, вы буквально через 1-2 применения начнете замечать, что сухость и покраснение, они очень быстро начнут проходить. Спрашивает, мустелла показана или наоборот не показана к применению при мелких царапинах, меркошачьих? Вот это такой вопрос. Для этого у нас есть специальный продукт, который поможет. Да вы что, даже недавно серьезно? Недавно вышел на российский рынок, и, конечно, на Озон он представлен. Вот они, это Шамси, это абиссинка, понимаете, вот она. Сикастелла. Хорошо, да. А если ребенок съест с ручек, опасно ли это? Наша косметика, она проходит тестирование в лабораторных условиях и независимые токсикологи, поэтому за качество и безопасность для малыша мы всегда можем быть уверены, что ничего страшного не произойдет. Естественно, мы не лучше не есть. Мы на хлеб не едим, намазывать, ребят. Но если вдруг, то ничего страшного. Он для аллергиков подходит, от Юли вопрос? Да, подходит. И для детей, и для взрослых. Да. Все, сейчас продолжим дальше углубляться. Спасибо, такой блиц. Такие интересные вопросы. Скажи, вот какой пытливый наш зритель, обожаю просто это. Так. Значит, не забывайте, что сейчас скидка очень хорошая. Кто хочет попробовать, вот 52%, 48-39%, на самом деле это стоп-цена. Вот такой цены редко очень бывает на французский бренд, французского производства, единственный завод в мире. Семейный бренд, ему более 70 лет. Доказано, ребят, разработан, научен с педиатрами, дерматологами. То есть это полный пакет и полная уверенность. И знаете, почему я говорю? Мы все равно же покупаем. Так или иначе покупаем. Ну попробуйте, вот один раз попробуйте, я абсолютно уверен, что вы не захотите поменять на что-то другое. Просто попробуйте, это действительно стоит. Ну у нас еще есть с вами 40 минут, отлично, чтобы еще пообщаться. Шампунь от корочек самый крутой, к шампуню уже перешли. Вот он, ну вот в принципе он. Смотрите, как это сами, пенка. О креме в принципе все понятно, да, давайте может пойдем дальше, если что вернемся еще раз. Ну давайте, вопросы разные, да, если что можем вернуться к стеллотопии, потому что это самая, наверное, сейчас актуальная проблема, но действительно, когда рождается малыш, очень часто мама и папа сталкиваются с проблемой молочных корочек, здесь у нас есть прекрасное решение, очень любимое родителями, это наша пенка, шампунь. От молочных корочек. Пенка, шампунь от молочных корочек. Она нежная, на самом деле. Она действительно... Давайте мы вам покажем. Давайте, конечно. Потому что она очень такая приятная. Смотрите, какая красивая. Пеночка. В очень удобном дозаторе. Видите, она так легко наносится. Ох, какая пеночка. Это, еще раз, это шампунь? Это шампунь-пенка. Шампунь-пенка. И он нежно помогает справиться с проблемой молочных корочек. А где образуются молочные корочки? Прости, я просто не знаю. На голове. А не только на голове. Это такие легкие желтые корочки, которые покрывают волосистую часть головы.
И зачастую, помимо такого эстетического дискомфорта, который могут доставлять, они могут еще быть и опасны в том плане, что мамы начинают их вычесывать, использовать масло. И вот здесь вот очень важно применять косметические средства, которые помогают безопасно отшелушить и убрать их, потому что масло и вычесывание, ну, помимо боли ребенку, потому что можно там вот это что-то... Просто это просто опасно, на самом да, деле. Да, повредить, так еще и занести это инфекцию. Это еще, знаете, с советских времен была такая практика и привычка, которая передавалась. Но мы всячески пытаемся предупредить мам, что не стоит вычесывать, действительно. Это важно. Аккуратно. Обычно корочка масла. Ну, знаешь, ну, как, конечно, как корочка это масла. Это просто привычка. Да, да, привычка такая, да, реально. Да. Вот, ребят, мы против этого сейчас, да, узнавайте, это действительно опасно. Мы знаем, что наши мамы очень вдумчивые, и они просто так не будут ничего делать. Они, прежде чем что-то попробовать, обязательно изучат. Но для комбинации, если действительно случай такой более сложный, есть еще крем от молочных корочек, он используется вместе с шампунем. Как бы после? Или как? Помыли голову, помыли высушили? Помыли голову, нанесли крем и оставили на ночь. Ага, крем оставили на ночь. А спрашивают, а не щиплет ли глаза шампунь? Нет. Не щиплет? Нет. Не щиплет. Пенка супер, будем пробовать. Купили нам на прошлой неделе... Поставили атопический дерматит, Юлия Филипповна. Ну, очень жаль. Вот здесь это такая очень смежная проблематика, потому что, когда мы говорим о проблемной коже, она не бывает проблемной в одном месте. Это обычно у детишек и эритема, это пеленочный дерматит, и проблемы в зоне под подгузником, да. И молочные корочки. Очень часто так случается, что вот оно одно за другим друг друга притягивает. И если говорить про молочные корочки, то... Шампунь пенкой – это буквально там второй-третий месяц жизни, когда из-за гормонального фона мамы, возможно, вот там с молоком передаются вот эти вот такие небольшие расстройства в организме у малыша происходят, когда она образуется. Мы наносим пенку буквально на 2-3 минуты, ждем, смываем и видим результат буквально в течение недели. Можете посмотреть. Отзывы мы их очень любим читать. Вот это интересно, хотел спросить, как раз когда результат. Эффект, это вот я говорю так, как мы можем себе позволить сказать про 7 дней. На самом деле 2-3 дня и корочек. Мамы пишут нам очень часто в комментариях, что действительно раньше эффект видят, но мы говорим про 7 дней. И они пишут о том, что корочки, они прошли, и что делать дальше. Вот здесь хотим сказать, что... Не спешите убирать вот этот вот сполок своей ванной комнаты, а продолжайте использовать и дальше. Так, девчонки, блиц так, опять. Да. Я просто так. Не успею, а то, я, так приятно, понимаете, что много да, вопросов. Да. Значит, глазки не щипят, пенка супер. Будем пробовать. Есть что-то с SPF на лето, запомним вопросы есть. Чуть позже. Есть. Есть. Как действует шампунь от молочных корочек? Вкратце. Он нежно отшелушивает. За счет своего состава шампунь нежно отшелушивает. Это полифенолы авокадо, опять же, наш любимый авокадо, где взяли самые ценные, то, что будет наиболее эффективно именно от молочных корочек. И сам авокадо персиоз, он как раз-таки работает на укрепление кожного барьера, восстановление. Там есть дистиллят масла подсолнечника. Класс. Такая вот комбинация целенаправленно действующая. Пенка и крем от корочки супер, нам его сегодня выписали, заказала, будем пробовать. Шампунь от молочных корочек помог только вместе с кремом, а сам по себе нам не помог. Может быть, потому что есть корочки, которые достаточно плотные. То есть это уже такая вот запущенная проблема, когда здесь нужно использовать комплексный уход. И это... Ну, кстати говоря, у нас сейчас на Озон действует комплект, специальная скидка на комплект. Когда покупаете два продукта, то вы еще получаете дополнительную выгоду в цене. Да, мне кажется, куда уж выгоднее-то, это интересно. Так, очень хорошая серия, я ребенку беру, это серия для атопиков, просто находка. Глазки не щиплет, мама, берите, мои дети уже подростки, корочки этой пеной только смывали. Это вопрос о том, что 70 лет бренду. Ребят, мы даже не разгоняем бренд, его знают по всему миру, действительно. Его очень это любят. Просто, его очень любят. Ну реально, я только познакомился, почитал, думаю, ничего, я думаю, как интересно с вами пообщаться. Где же вы были раньше? Это просто, знаете, это целый клуб любителей, то есть там прям вот, кстати, заходите в Инстаграм, вот, Mustel Russia, да, узнавайте, там всего очень много всего разного, интересного. Поэтому давайте дружить, узнавать. Это правда. Это спокойствие родителям, да, это на будущее, это на несколько шагов вперед вы предотвращаете различные проблемы. Ну и на мой Инстаграм тоже подписывайтесь. Ха-ха! Раз про ваш Инстаграм, почему я не могу свой? Недавно вышел тоже тут. Кстати, потом после закулисья еще поговорим с девчонками, да, и вы посмотрите, как они правда отзываются о своем бренде. Почему нет? Все закулисья Озона тоже там есть, друзья. Для, так, быстренько дальше смотрю. Глазки не щиплет, да, в линейке есть масло от растяжек для беременных, Татьяна Кравцова написала, да, есть, да, обязательно. Да, у нас есть линейка для очень мам. Хорошая серия, беру. Крем от корочек спрашивает, смывать надо? Крем от корочек. Крем мы наносим на 8 часов, можно оставить на ночь и утром смываем.
Угу. А вот идеально, Марина написала, смываем все-таки. Да. Смываем. Но 8 часов выдерживаем. 8 часов выдерживаем и смываем. А вот корочки как раз бабушки советуют маслом размачивать, Марина сказала. Бабушки. Бабушки, да. Да. Это бабушки, раньше были другие подходы, действительно, другие привычки, поэтому, конечно, мир развивается. А, подскажите, а эмолент при АД щипит, дочка сильно плачет, когда им мажу? Здесь нужно понимать, что кожа при атопическом дерматите, в зависимости от его стадии, возможно, раздраженная. Соответственно, щипать ее будет не только от крема, но и от воды, и даже там от соприкосновения кожа к коже. Mm-hmm. Может быть, здесь в таком случае лучше попробовать бальзам, он более такой насыщенной текстурой. Пожалуйста, очень много вопросов. Я знаю, сейчас мы просто сделаем две минуты отвлечения именно про мам. Так. Именно про мам, просто подскажите мамам что-нибудь. Вот одна, например, мама пишет, на 8 месяце беременность, какие продукты посоветуют при рождении. А другой просто, хочется мама. Для себя. Да, для себя. Да, может быть, какую-то линейку давайте посмотреть. Давайте по очереди отвечать. Давайте, да. При рождении, еще раз хотелось бы повторить, вот есть три продукта замечательные. Гель для мытья, это наш вообще любимейший продукт, не только наш, но и всех наших мам. Его хватает достаточно надолго, кстати говоря, месяцев 5-6, вы можете использовать эту бутылочку. Крем для тела увлажняющий Гидро ББ, шампунь, если нету корочек, это базовый шампунь, и крем под подгузник. Вот эти четыре продукта, это must-have, обязательно иметь под рукой в своем арсенале, для того, чтобы не беспокоиться. Дальше, когда у вас малыш родится, вы посмотрите, может быть, вам и не потребуются какие-то специализированные уходы, поэтому вы останетесь вот с этим набором, будете полностью счастливы, уверены, спокойны. Теперь вопрос относительно мам, да, что использовать для себя. Сегодня у нас нету этих образцов, но эта продукция представлена на Озон, конечно. Сейчас же. Сейчас мы покажем, где. Это Мустелла серия для мам, Maternity называется, очень такая приятная упаковка тоже. Есть два продукта, это масло от растяжек и крем тоже от растяжек. Смотрите, очень эффективно. Как выйти на другие товары? Ну, во-первых, 4 в корзине, да, слева у нас по очень хорошей скидке, такого редко бывает. А вот нажимаете, видите синий, да, ООО. Все, нажали, и вот он, магазин Мустелла, да, официальный на Озоне. Вот здесь как раз вся уже дальше продукция. Она сейчас тоже идет со скидкой, ну, меньше, чем на Озоне в прямом эфире, но, однако же, тоже есть. Поэтому смотрите внимательно, задавайте вопросы. Так, крем под подгузники уже начали узнавать, какой густой, посмотреть и так далее. Ну, смотрите, как давайте откроем, попробуем, покажем. Можем. У нас он представлен в двух форматах, 50 миллилитров и 100 миллилитров. Продается вот в такой коробочке, вот это 100 миллилитров. Соответственно, что такое крем под подгузники? Зачем он вообще? Вы знаете, ну, у малышей бывает, видите, у нас тут контроль первого вскрытия обязательно. У малышей, как вы знаете, они не ходят на горшок с рождения, пользуются памперсами, да. И разными. Ну, он очень такой густой, поэтому его нужно совсем чуть-чуть. Я опять много нанесла. И он как раз защищает кожу под подгузником от покраснения, раздражений и болевых ощущений части. Крем – это тоже один из наших бестселлеров и очень любимый продукт мамами, потому что он совмещает в себе два в одном. Это и решение проблемы буквально за ночь, в 80% случаев с первого применения помогает, подтверждено мамами. И отличное средство для профилактики повторного появления эритемы. Соответственно, при каждой смене подгузника мы рекомендуем использовать это средство, потому что по текстуре он достаточно такой густой, нужно совсем немножко, и кожа будет защищена. Ну, и этого флакончика действительно надолго хватит. И крем под подгузники. Возьмите, потому что я, вот у меня брат, да, он ничем не пользуется. Он просто подгузники покупает, не очень дорогие. Вот. Давно, кстати, не было племянников, есть ли у них проблемы, не знаю, но лучше пользоваться, да, потому что я, честно говоря, вот странно, крем под подгузники я не слышал до этого. Особенно, если есть реакция. Ну, родители малышей первого года жизни, конечно, сталкиваются с этим продуктом обязательно, и его хорошо иметь. Даже если у ребенка нету постоянно каких-то раздражений, его хорошо иметь, потому что бывают такие случаи, может быть, недостаточно хорошо очищена кожа после, да, смены подгузника, и вот этот крем обязательно нужно иметь под рукой, чтобы успокоиться, тогда малыш будет хорошо спать ночью. Ирина, напишите, она спрашивает, а для 11 месяцев что применять? Ну, какая ситуация у вас? Напишите, какие-то проблемы, сухость и так далее. Есть проблемы, нет проблем. Да, чуть больше конкретно. Отличный крем у нас такой. Деле, извини, пожалуйста, этот крем применяют и родители, там бывает у первоклассников, там у детей младшей школы, иногда тоже раздражение какие-то, может, связано с диетой, с чем угодно, тоже применяют, нам мамы пишут об этом. Здорово. Короче, очень must have, да, мало ли что происходит, сразу помазали, забыли обо всем. Это приятно, по крайней мере.
Да, тем более, когда мы понимаем, что это все доказано. Да, это мало того, что доказано, так это еще и натуральный состав. Опять-таки, авокадо персиоз, у нас нет никаких агрессивных компонентов, как Ира уже озвучивала, дистиллят масла подсолнечника, авокадо персиоз и оксиалин алькацей. Отличный крем, крем использовали супер. Ангелина пишет, ха-ха-ха, подгузники, и при этом пишет, мне 10 лет. Ангелина, ну здорово, что нас смотрят даже юные ребята. Да. Классный крем, пользуемся постоянно, хватает надолго, тоже немаловажно, да, это действительно правда. Очень хороший крем, крем под подгузники очень круто, прям рекомендую, Марина написала. Знаете, что мне нравится? Что сейчас пишут люди, знающие, которые любят этот бренд. Это правда. Вот мне кажется, судя по тем отзывам, вы можете потом, у нас еще час после нашего стрима будет действовать специальное предложение, больше 50% скидка. Вы можете потом быстро полистать. Ребят, это реально, это бренд, который любит, реально любит по всему миру. Это так круто, это мне очень нравится. Любовь Фарафонова написала, ведущий огонь. Подписывайтесь на Инстаграм. А ты меня снимаешь для Инстаграма, да? Тоже всем привет, ребята. Да, в общем, подписывайтесь, да. Главное, давайте дружить брендами. Мустелла, нижнее подчеркивание, Russia, там тоже можно чего много узнать. А сейчас, скоро подарки, кстати, будем дарить. Да, мы забыли вам сказать, точнее я, подарки, может быть, забыл. Подарки в студии? Подарки, да. Осталось у нас 25 минут. 8 тысяч человек нас смотрят. Как приятно. Да, самое интересное, спасибо. Мне очень понравился вопрос, был, видимо, от мамы, у которой ребенок с атопическим дерматитом, и зашла речь про купание. Вот здесь у нас тоже есть решение. Продукт для и купания. Решение класс. Этой проблемы, потому что это проблема. Это очень большая проблема. У малышей, у кого очень сухая кожа, либо атопический дерматит, что уже такая... Бич. Это то, что современный да. бич. Все верно. На самом деле, да. Их лишает мама купания. Но на самом деле этих малышей, они тоже хотят купаться. Это очень важное такое и для развития, и для моторики, и для всего. И для совместного времяпрепровождения с мамой. Потому что это время только, когда есть мама и малыш. А в воде-то вообще, мне кажется, развивается, он как раз... Да, он попадает в ту среду, во-первых, которая для него оптимальна. Да, и мне кажется, он там так расслабляется классно. Правда. И вот как раз-таки для купания, продолжение линейки Stellatopia, у нас есть очищающий гель, это наша новинка. Гель полностью натуральный, и основные действующие компоненты, которые сюда входят, они как раз-таки во время купания, помимо того, что уже смягчают жесткость воды, которая может травмировать кожу и доставлять дискомфорт, а гель уже ухаживает в процессе купания, он очень хорошо увлажняет и смягчает. У него такая гелеобразная текстура, очень мягенькая, она обволакивает и создает такую нам вот даже очень... взрослые писали, мамы писали о том, что действительно сами начали пользоваться, и им очень приятно, потому что кожа очень увлажненная. Хочу крем под подгузник. Для детей 2 и 4 года с очень сухими щечками. Что посоветуете? Stellatopia. Stellatopia. Вот именно крем, крем да? Вот именно вот этот, вот о чем мы говорили. Вот именно крем. Stellatopia. Давайте, наверное, еще разочек мы просто вот обрисуем потребности кожи, когда Stellatopia может подойти, и нужно скорее начинать использовать эмоленты, потому что это необычные детские кремы. Это начальная стадия сухости, когда кожа просто сухая, и бить тревогу уже стоит, когда вот именно красные щелочки, когда это зуд, и мы видим, что ребеночек начинает чесаться. Но вот сухость повышенная, это уже тревожный это прямая сигнал, дорога к тому, чтобы нужно начать использовать эмоленты. Так, девчонки, опять блиц. Так? Да. Опять блиц. Добрый вечер. Подскажите, если у нас нет проблем с кожей, какой смысл использовать Мустелла? Инна спрашивает. Ну, малыша. Или какую коллекцию, да? Инна, или, да. Или... Вы же купаете малыша каждый день, я не знаю, раз хотел сказать раз в месяц, раз в неделю. Раз в месяц, да, ну, можно знаем, и раз в месяц. Да? Ну, разные подходы у мам. Я бы вам посоветовала вот этот продукт для купания. Кстати говоря, там взрослые тоже любят смывать макияж, он очень деликатный. И Гидро ББ. Это увлажняющий молочко, увлажняющий лосьон для тела. В любом случае батареи топят, кожа все равно отчасти... И кожу очищать очень важно, сухая, потому что за день у детишек очень много всего накапливается на ее поверхности, и нужно, чтобы этого внутрь никак не проникло. И мне очень нравятся такие вопросы, особенно, а почему я должна купить Мустеллу, если проблем с кожей нет? И вот здесь вот важно тоже для себя понимать, что это нежная детская кожа. И эффективность средства, она зависит от того, насколько она помогает коже естественным образом развиваться, потому что мы все уже живем не на природе, не на здоровом питании, которое у нас когда-то было. И здесь нужны продукты, которые не будут перегружать ничем. Они, наоборот, будут очень таким вот деликатным способом помогать. Андрей наверняка не знал о том, что кожный барьер у ребенка, как ты думаешь, к какому периоду формируется?
кожный барьер. Вот рождается ребенок, значит, у него есть кожный барьер. Судя по вопросу, не засыпку. Очень быстро, не очень быстро. Не очень быстро, так, плюс-минус. Слушай, в год они уже адекватные, уже их тискаешь, там не ползают. Согласно научным исследованиям, барьер формируется к 2 годам. К 2 годам. Да, а до этого он очень хрупкий, именно поэтому, отвечая на ваш вопрос, очень важно не только очищать бережными средствами, но и увлажнять. Угу. Вот так, это был не очень блиц, но мы успеем дальше. Да. А от корочек на голове у ребенка почти 2,5 года, что посоветуете? Тоже что от молочных? Здесь давайте прям в 2 словах. Угу. Если корочек немного, они тоненькие, легкие, убираем шампунем, пенкой. Угу. Если ситуация немножко запущена, их много, они плотные, не только на голове находятся, используем комплексный уход. Вместе с кремом. Это крем и шампунь. Крем на 8 часов потом смываем. Угу. Мустелла, спасение для малыша диабетика. Вот написали тоже. Да. Все связано. Да, крем под подгузники очень хорош, остальное не пробовала, Юля написала. Для душа пользуюсь, класс, Людмила Григорьевна написала. Так приятно. Ну вот так вот. Для детей 2-4 посоветовали уже, хочу крем. А что поможет от пеленочного дерматита? Крем под подгузник. Крем под подгузник. Угу. Скажите, пожалуйста, после лишая можно купать данным средством? Здесь вопрос от состояния кожи, в котором сейчас малыш находится. В любом случае нужно проконсультироваться с педиатром, и когда он скажет, что уже можно начинать купать, вот в тот момент можно использовать наши продукты. Светлана спрашивает, хороший вопрос, кстати, на русском языке на флаконе что-нибудь написано, как понять, что и зачем? Это очень хороший вопрос. Вы знаете, а вот здесь-то нет, я вот смотрю. Вот здесь-то нет на русском, потому но... потому что у него упаковочка. Да. У него коробочка, да. Смотрите, да, вот здесь вот. Это просто Made in France. Это единственный завод, который находится под Парижем на весь мир, уже 70 Да. Продукты, которые идут в коробке, на них русифицированная этикетка на коробочке. И, соответственно, продукты, которые идут без коробки, на них стикер. Это, собственно говоря, наша задача и наша работа. Да, это есть, ребят. Ну, оригинально, я не знаю, подделают или не подделают, но на Озоне покупают точно, совершенно можно уверенно, что вот из Франции приехал. Очень сложно подделать, поэтому Думаю, не сомневаюсь. Нет. Здравствуйте, Галина, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой крем нужен от корочек? Ну, еще раз, покажите просто его, да? Так, крем. От молочных корочек и пенка шампунь. Угу. Спасибо за мотивацию, и написал, да, пожалуйста. Главное знать, ребята, спинка шелушится от воды у ребеночка. Спинка именно чем? Крем-эмолент. Эмолент. Угу. А можно ли шампунь от корочек использовать просто так, потом, когда корочек уже нет? Есть ли смысл? Обязательно можно. Ни в коем случае не выкидывать, потому что остается полный флакон, а корочек уже нет. Вот это та самая профилактика. Угу. Которая защитит кожу малыша от того, чтобы повторно не прыгать. Подскажи, пожалуйста, от корочек показали, какой эмолент можно на лицо наносить? Это крем-эмолент можно, либо крем, либо бальзам, то, что вы выбрали по текстуре, которая вам подходит. По эффективности они совершенно идентичны. И быстренько последний вопрос. Для новорожденного прослушала для купания что? Вот наш хит Мустелла, гель для мытья. 500 мл вам хватит на достаточно долгое время, 5-6 месяцев. На 5-6 месяцев. Фух, хорошо. А у нас... кстати, хочу сказать, да, подарки, ребята, подарки сегодня подарим. Какую линейку подарим? Может быть, столотопию кажется, подарим, мы так много говорили о столотопии, однозначно. Давайте тогда, что подарим? Наш хит крем. Крем обязательно это подарим. Это всеобщая любовь. Хорошо. И вот такой, соответственно, гель. Для. Крем и гель. Да. Вот такую двоечку подарим сегодня. А давайте еще... подгузник подарим. Давайте три. Не могу остановиться. Хорошо, вот такой вот набор сегодня подарим. За что? Я даже не знаю, так сложно сказать, честно говоря. Вопрос, мне да, кажется, точно. Да, мне кажется, столько вопросов столько... было. Интересно. Вот как выбрать? Арин, меня подставляете. Может, что-нибудь рандомно? Рандомно. Хорошо, ребят, давайте так. Если это можно, да, пишите вопросы, задавайте. Друзья, потом сделаю вот так, чтобы потом вопросов не было. Вот так вот покрутим, да, за весь сегодняшний эфир. А потом я на каком-нибудь остановлюсь. Вот первый счастливчик Кристина Пузикова, но это, которая написала, когда подарки, кстати. Но вот это была именно. Проба. Это была вопрос проба. Вопрос должен быть про Мустеллу. Да, вопрос должен быть про либо Мустеллу. Либо про проблематику. Про проблематику и так далее. Ну, в общем, в принципе, все, о чем мы общаемся, просто потом рандомно нажмем. Либо отзыв. Ну, опять или отзыв какой-то. О самом лучшем ведущем. Да, я сам лучший. Нет, я ничего не дарю. Очень жаль, что шампунь не в... У нас есть еще прекрасная новость, которой мы хотим поделиться. У нас появилась только на Озон, это эксклюзив, линейка, которую многие ждали. Это линейка Мустелла Био. Состоит из... Здесь представлены 3 продукта. Гель для мытья, о котором мы тоже уже говорили. Это базовый продукт для очищения кожи каждый день. Мицеллярная вода. Я думаю, что многим мамам знакомо это название мицеллярная вода, потому что многие используют для ухода за своей кожей, но также можно использовать ее для ухода за кожей малыша. Очищать, также без мытья очищать. И крем под подгузник.
Эта биолинейка содержит только натуральные ингредиенты. Угу. Эко-сертификат, веган-формула. Да. И ингредиенты – это оливковое масло и алоэ вера. Очень короткие формулы, буквально от 4 до там, 10 ингредиентов, и только самое кажется, можно, нужное. Здесь, наверное, что? Не видно. Скажите мне, это уже продается на Озоне? Да. Уже, да? Но это пример Озона, эксклюзив Озона, это круто. Эксклюзив, и сегодня мы сделали специальный комплект. Кстати говоря, перед нашим стримом мы сделали комплект. Вот можно купить гель для мытья и крем под подгузник с дополнительной скидкой. Это вот зайти вот на вот этот да, магазин, в комплект, да? Комплект. Да. Мустелла. Да. В комплекты. О, лаборатуар Экспансианс. Ну, давайте так. Давай, Арина, иди ко мне, покажем, так, да, вот смотри, да. Чтобы... Вот, ребят, смотрите, если что-то вас заинтересовало, наверняка это будет, да. Помимо четырех товаров, вот есть, видите, ссылочка. О-о-о. Мы нажимаем сюда, да. А и дальше, видим весь список, да, и видим весь список продуктов. И идем. Если мы говорим про линейку био, он мне не слушается. Да, у тебя не слушается. А у меня все. А у тебя может быть, нет, все товары, наверное, вот так надо да, нажать. Да, наверное, угу. Избраны. Угу. Кстати говоря, про солнце был вопрос SPF. У нас да, есть вот специальная линейка от солнца 50+. 30% сейчас скидка, ребят. Да, это очень хорошая линейка. Действительно, и взрослым, и детям с рождения можно использовать. Угу. Представлена в разных форматах. И био, ну-ка там, где наши био? Ну, большая продукция. Большая у нас, вот масло, которое мы немножко представляли. Там вот эта линейка био. Вот и если вы зайдете, например, на гель для мытья, там должен быть есть комплект. Есть комплект? Да. Угу. Вместе дешевле. Есть комплект. Вместе дешевле. Так, 610 рублей дополнительная выгода. В общем, знакомьтесь с брендом Мустелла. Кто не знает или любите его, вдохновляйтесь его 70-летней историей, любовью тысяч, а может быть сотен тысяч довольных мам, которые не просто, знаете, вот помазали вроде как хорошо, они реально решают множество проблем, особенно в перспективе. Ведь сейчас вроде как провели профилактику, это значит, что уже через месяц, два, три мы не начинаем переживать, ой, а что здесь, ай, а что там, а мы играем с ребенком, мы его любим, мы проводим с ним время. Мы вот эти годы, которые, как вот опыт показывает, мамы говорят, они так быстро проходят. Год-два, и вот он уже так быстро растет. И он уже, понимаете, институт заканчивает. Институт по личному опыту могу сказать. Понимаете, так давайте потратьте это время на любовь, на игру, на удовольствие. Это же так круто, по-моему. По-моему. Ну, надеюсь... Есть у нас еще вопросы? Есть средства от экзем. Экзема – это уже такое заболевание, с которым необходим комплексный подход. У нас есть для… Косметическое средство, потому что у нас только средства. Косметические средства. Но здесь важно обратиться к врачу для того, чтобы он порекомендовал уже. И не ожидает то, что именно экзему вылечит крем эмолент, потому что это немножечко такая… Ох, слушайте, чем отличается линейка био от основной? Компонентами? Ну, новинка. Здесь, как Ира сказала, очень короткая формула и очень мало компонентов. Минимальная. Ничего лишнего. Скажите, пожалуйста, отличие био. Ну вот, в принципе, сказали. Какой продукт Мустелла для царапинок не успела записать? Сикастелла. Сикастелла. Подскажите, пожалуйста, срок годности продукции. 6 месяцев на геле и где-то бывает 9 месяцев, но тоже в зависимости от типа продукта. Что подойдет для массажа? Есть ли что? Массажное масло. Массажное масло. Да, массажное масло. А какие наборы есть? Ну, наборы представлены на Озоне. На у нас есть, кстати говоря, прекрасный подарочный набор, состоящий из трех продуктов вместе с кремом. Вот. А, это прям подарочный набор. Вот эти набор. Три продукта в очень красивой упаковке. Кстати, вот это частая правда проблема, когда идете в гости к малышу, но иногда, может быть, не на рождение, а просто хочется какой-то комплимент семье дать. Ничего подарить. Себе какой-то. Нет, ну просто когда на рождение крутой. Это прекрасный подарок, и либо это просто комплимент, когда идете там в гости на день рождения. Ох, слушайте, мы не успеем, ребят, задать все эти вопросы, но выбрать подарочный мы точно сможем. Вопрос просто огромное количество. Фух, какой крем для ребенка 4 года? Есть вообще разница или в возрасте? Нету, да? Единственная разница, о которой мы можем сказать, это вот в шампуне. Потому что шампунь в основном используют уже для детей, которые постарше. Потому что пенка, как Ира уже рассказывала, с рождения, когда есть проблематика с корочками, а шампунь можно использовать до 10 лет. Опять же, ребят, не только для младенцев. Не только для младенцев. Вопрос стоит, только ли для младенцев? Нет. Так, у ребенка сухая кожа, что по... Так, крем-эмолент, сталотопия. Можно ли очищающей водой для лица протирать глазки малыша? Отлично. Можно аккуратно. То есть мочим немножечко ватный диск и протираем без... Чтобы внутрь на слизистую не попало. Ну, желательно, чтобы не попало. Говорили про скидку. Если несколько товаров сейчас продуктов заказать, попробовал, а скидки нет. Но это именно на комплекты, да, мы говорим о том? Мы говорили про комплекты, да. Там скидка зашита, она уже автоматически выходит. И у нас спеццена действует на 4 продукта, о которых ты говорил.
Ой, какой кремушек для лица новорожденному подойдет? Это Гидро Биби, вот этот вот. И у нас еще есть специальный 40 крем для лица, да. Специальный крем тоже линии Гидро Биби. В такой вот упаковочке, и... просто его здесь сегодня... Расскажите про средства от корочек. Обожают косметику, уже 3 года ее покупаем и ждем 3-го сына. А может, именно поэтому и ждете 3-го сына, что применяете плавно. Вам нравится? Нравится? Ну, Андрей, мы, кстати, замечаем, что когда мамы пользуются косметикой Мустелла для первого малыша, они просто влюблены в нее и действительно для следующих деток выбирают Мустелла. Это очень круто. В чем преимущество вашей продукции? Никита, чтобы задать вопрос, спрашивай. Вопрос на засыпку. А, это неожиданно. Для конкурса. Да, для конкурса, да. Ну так вот, в чем преимущество вашей продукции? Состав, натуральный состав, вот я вижу, да? Это состав и эффективность нашей продукции, которую можно проверить на себе и убедиться в этом. Это качество, которое проверено уже и многими мамами. И здесь, наверное, не остается никаких вопросов. Очень много аргументов. Произведено во Франции, семейная компания, действительно сделана с огромной любовью. За этим стоят научные исследования, потому что, как я вначале сказала, у нас фармацевтическая компания. Мы не просто косметика. Бренд Мустелла родился в фармацевтической компании с огромной лабораторией исследовательской. Это отзывы. Отзывов мам очень много. Для купания с атопическим дерматитом что используется? Так, для купания? Наш любимый гель. Вот он, гель. Да, пожалуйста. Вы лучшие. Марк отлично, не пробовал средства с кольт-кремом. Расскажите, пожалуйста, кольт-крем? Это для сухой кожи. Мы сегодня об этой линейке не говорили, но вначале я тоже сказала, что у нас средства для нормальной кожи, сухой кожи, как раз эта линейка с кольт-кремом, для атопичной кожи с стеллотопией и для чувствительной кожи. О ней мы тоже сегодня не говорили. Все, у меня мишки все попадали. Но они уже занервничали. Это, кстати, мишки Мусти. Вот такие вот они, да, тоже. Понимаете, что отличаются хорошие бренды? У них настолько много... Не просто вот наша продукция и все, да, у них настолько уютно везде, да, у них настолько аккуратно все это сделано, настолько душевно, настолько по-семейному. И не зря, ой, я на самом деле перед началом тоже спросил, я говорю, Арин, реально семейная? Он говорит, да не просто семейная, он говорит, сын настолько фанатично, понимаете, и здорово не позволяет сделать эту продукцию просто рыночной, чтобы продавать, вот он сохраняет эти тенденции, традиции семейного. Отец, да. Да, и причем это, видимо, во всех филиалах происходит, не только во Франции, откуда приехала абсолютно. Продукция. Да? Абсолютно, ну, у нас просто страны. Потрясающая команда, и важный момент, о котором я не рассказала вначале, представляя компанию, у компании «Лаборатория Экспансенс» есть свои поля авокадо. То есть наш президент, сын основателя... Серьезно? Серьезно. Свои поля? Он настолько трепетно относится к компонентам, опять-таки отвечая на вопрос, чем отличается Мустелла и в чем наше преимущество. Он купил специальные поля в Перу, которые он трепетно, соответственно, ухаживает за ними. Во-первых, это новые рабочие места. Да, безусловно. Вот, а безусловно, да. Мы действительно очень тщательно отбираем. И авокадо, которые вызывают вопросы, не попадают в продукцию марки Мустелла. Шампунь можно использовать с нуля? Можно. Можно. Солнцезащитный крем водоустойчивый? Да. С какого возраста солнцезащитный крем можно применять? С первого дня. С первых дней. Да, с первых дней. Захотелось авокадо любые. Авокадо. Это очень полезный продукт. Да. Как купить такого мишечку? Спросили. Видите, как сразу его действует? Его можно выиграть, если вы будете подписаны на наш инстаграм. Мы делаем периодически наши розыгрыши и дарим наших мишек. А каким средством лучше подмывать младенца? Гель для мытья подойдет. Вот либо гель стеллотопия тоже можно использовать. Что можно помазать против сухости для взрослого? У меня кожа, тело сухая. Так вот взрослые пишут. Это опять же наша линия стеллотопия, потому что мы понимаем, что может пользоваться, естественно, вся семья. Здесь просто преимущество в том, что вот для детей с первых дней жизни в любом случае подойдет и не будет никаких кожных реакций, потому что кожа специфическая еще пока. Есть ли крем для тела на ночь какой-нибудь успокаивающий для ребенка? Стеллотопия. Стеллотопия. Мне нравится то, что у нас есть ответ, и вот этот вот вектор, который уже был на любой задан. Вопрос. При любой сухой сухости кожи на вот да. дискомфорте, это наверное, правда. Не только сухости, но и дискомфорте. Дискомфорте. Поэтому будете задать вопрос, сразу подумайте, стеллотопия. Стеллотопия. А вот это попробуйте. Действительно, ребят, это настоящий бестселлер, это прям топ. Действительно, его просто нужно иметь. Его просто нужно попробовать сейчас. Есть очень хорошее предложение, якобы не настаиваю. Мы не заточены под рекламу. У нас, слава богу, не телемагазин какой-то. Круто собираться и что-то новое узнавать. Не хочется быть просто жертвой рекламы, понимаешь? Потому что я прихожу и, в принципе, кремов миллион. Чего выбрать? Я вот то, что помню зрительно, распиарено, то и покупаю. Поможет, из чего сделано, мне уже не важно. Влили деньги, я покупаю. Когда я понимаю,
качество, когда я понимаю ингредиенты, когда я понимаю огромную историю этого бренда, ну почему бы не попробовать? Все равно покупаем. Все равно от этой проблемы уйти нельзя. Все равно дети есть, у них кожа до 2 лет еле-еле безбарьерная, понимаете, такая. Поэтому, ну, хотите, делайте, хотите, не делайте. Мне кажется, это важно. Это ответственный выбор мам. Да, это ответственный выбор мам. На самом деле, у нас очень много ответственных мам, мы знаем, они нам пишут, мы общаемся и отвечаем на вопросы, за что вас очень благодарим, за то, что вы действительно въедливо относитесь к вопросу выбора средств для своего малыша. Подпишусь на Ванс в Инстаграм, Алла написала. Спасибо, вот, кстати, Инстаграм. Пожалуйста, Мустелла, нижнее подчеркивание, Раша. Подписывайтесь, узнавайте. Ну и про меня не забывайте. Ко мне тоже подписывайтесь, ребят. Будем дружить все вместе. Инстаграм, киньте-ка на экран, пусть посмотрят на мой Инстаграм. И, видимо, нам тоже необходима столотопия. Спрашивают, после бассейна столотопия? Отвечают сами. Столотопия! Это правда, все хочу. Спасибо за информацию, ответы на вопросы. Любим ваш бренд. Юля написала, хочу выиграть в вашем конкурсе, не проблема. Спасибо за полезную информацию. 5 минут остается. Фу, столотопия нужна всем. Давайте так, давайте сейчас выберем победителей, потом будем с вами уже приятно завершать. Ну, ты нам поможешь? Я помогу. Давайте, кто будет останавливать? Арина. Ира. Да. Фу, ребят, без обид. Макс, ты давай подходи сюда. Ты хочешь подальше, да? Просто, чтобы вы не обижались. Вот, кстати, мой Инстаграм подписан. Грик Андрей. Грик, почему? Потому что мы у меня теперь тоже подписаны. Мама гречанка. Обещаешь? Конечно. Я на вас. А что, у вас реально выиграть, Ирин? Ирин, смотри, я сейчас буду все делать... Реально. Вот так вот, да? Вот так. Вот видишь, сам начал. Куча вопросов. Давайте так, 5, 4, 3, ой, 2, ответственный момент. 1, давай. Барабан крутится. Стоп. Так, Ирина К, а почему не полные флаконы? Кстати, хороший вопрос. Не знаю, интересный почему. Вопрос, а почему да? не полные флаконы? Ирин, фу. Значит, все, вопросов никаких нету, я заскринил, слава богу. Ирочка, тебя поздравляем, если ты здесь, пожалуйста, ответь, почему не полные флаконы? Сразу вопрос в пику. А вот про какой именно? Вот может быть вот про это, да? Может быть про это, да. Здесь просто вопрос в том, что это упаковка, она полупрозрачная, поэтому в остальных, естественно, мы не видим. Там вот по миллилитражу столько, сколько заявлено, это 200 миллилитров. Ни больше, ни меньше, здесь просто создается впечатление, что чуть-чуть недовесили, это не так. Но на самом деле продукции хватает в каждом флаконе достаточно на долгое время. Конечно, даже гель для мытья используется в течение 5 месяцев, поэтому если вы рассчитываете на долгое использование, вы будете счастливы от использования этого продукта. Кристина написала, и все? Так мало подарков от Мустелла? Как так? Еще? Ну, я крутим не знаю. Барабан? Ну, я не знаю. Ну, давайте еще. Давайте. Можно? Давайте. Можно? Да. Ребят, только давайте так. Давайте так. Вот каждый раз, это не запланировано, каждый раз, когда мы выбираем для вас подарки, вы только поздравляете победителя. А то получается, мы сделали доброе дело. Все такие хороших отношений. Ой, да, хочу. Кого-нибудь выбираем. О, меня не выбрали. Да пошли вы, да мы больше не хотим. Нет. Вы тогда поздравляете, говорите, классно, в следующий раз, надеюсь, я выиграю. И тогда приятнее делать еще какие-то подарки, узнавать что-то новое. А те, кто не выиграли, подписывайтесь на наш Инстаграм, как Ира уже объявила. Мы делаем периодические конкурсы, и у нас очень активная аудитория, очень активные мамы. Мы с удовольствием дарим спрашивают, подарки. А как зрителям получить скидку 20%? Да подождите, 20% от Мустелла и остальное от Озона. 52%, 48%, 39%, 40%. Будет действовать это предложение еще час после. Еще час после, ребята. Поэтому вопросов не должно быть. Это лучшая цена, это лучше. Спрашивают, как получить подарки. Ребят, в течение 3-5 дней с вами свяжется менеджер из Озона. Только потерпите, хорошо? 3-5 дней есть некие процедуры, и вам доставится. Все, таких проблем нет. Ну, ладно, Ир. Выбирай. Ну, давай, выходи сюда. Давай, конечно. Давай, погнали. Ребят, только для вас. Только, на самом деле, это очень редкая процедура, когда еще... Ты хочешь уже? Я уже. Так вот, оп. Все, сделано? Вот он. Оксана Чернова. Оксана Чернова. Хочу! Написала Оксана Чернова. Ура! И получает. Оксаночка, поздравляем! Всех поздравляю. Заскринил, успел. Ваше сообщение быстро улетает, но это очень круто. Ребята, Ира, к счастью, я тоже хочу. Все хотят. Это очень здорово. Ну, давайте еще раз. 2 минуты у нас с вами остается. С нами сегодня был бренд Мустелла. Мы хотим поблагодарить наших слушателей, зрителей за то, что вы сегодня провели этот час. Час пролетел незаметно с нами. Надеюсь, что мы были полезны для вас с ответами на многочисленные вопросы. Если у вас еще какие-то есть вопросы, пишите обязательно на Озон. Да. Мы читаем все вопросы. Это правда. Вся команда читает. И мы ждем вас у нас в Инстаграм, потому что мы очень любим обратную связь и ваши вопросы, поэтому
Приходите к нам в гости. Это правда, друзья мои, давайте дружить. Семейная команда «Озона» тоже заточена дружить с классными брендами, с интересными людьми и, конечно, нашими дорогими зрителями. Приходите к нам, заходите в «Озон». Я хочу сказать вот что. У нас сегодня еще один стрим, обычно их больше. Всего один стрим сейчас произойдет. И, пожалуйста, будьте с нами, потому что мы откроем секреты, не знаю, тысячелетней давности. На самом деле традиционная китайская медицина с нами придет. И будем говорить о живой воде, которой в мире, на всей планете осталось несколько источников. Возможно ли эту живую воду, а вы услышите о ней, это просто что-то переворачивающее сознание, сделать у себя дома. Побудьте со мной, пожалуйста, час, и давайте тоже там что-нибудь подарим. Сегодня тема здоровья у вас. Да, будет. Сегодня тема классного здоровья. Спасибо большое, Мустелла. Спасибо, Ирина и Арина сегодня были с нами. Друзья мои, будьте на «Озоне», не переключайтесь, ровно через 10 минут мы увидимся. Спасибо.